некоторые, скажем так, не совсем стандартные варианты работы с гирей в домашних условиях, чтобы пригрузить полностью все группы мышц. Это и так можно сделать биркой, но тем не менее мы расширяем возможности. Покажу на легкой весе. Берем полотенце, тряпку, веревку. Главное, чтобы был удобный хват. Продеваем. Мы один из вариантов уже рассматривали для работы на переднюю дельту. Когда мы брали и наносили различные варианты ударов. Но сейчас рассмотрим именно вариант нагрузки на все тело. Главным здесь является не столько тянуть груз к себе, сколько растягивать вот эту веревку в стороны. Мы к этому должны стремиться, поэтому вес не торопимся наращивать. Итак, что же мы можем? На плечи не вверх, а вверх в стороны. Наша задача растянуть. Если мы наклоняемся и тянем к лицу, получаем нагрузку на заднюю дельту. Начинаем тянуть к солнечному сплетению или ниже, нагружаем спину. Берем обратным хватом, делая то же самое, повторюсь, растягиваем, не просто тянем к себе, а растягиваем то же самое к низу живота, либо к солнечному сплетению и полностью включаем спину. Ставим перед собой бицепс. Не просто поднять, а растянуть. Растянуть в стороны. Мизинцем стремимся к плечу. Вот. Не просто поднимаем, а именно поднимаем и разводим в стороны. Вектор усилия должен быть направлен туда. Здесь работать аккуратнее, чтобы не ударить себя по затылку. Во всех вариантах наша задача растянуть. Таким самым мы повышаем эффективность и качество работы. Не спешите за большими весами. Как только поймали технику, чувствуете качественную проработку, только тогда начинаете наращивать вес. Пробуйте.